Доброго времени суток, дорогие друзья, у нас проект Хелик. Итак, в начале этой недели наши войска, войска Цаала, вошли в Рафиях, заняли Фил... Филадельфийский коридор, и, соответственно, переход Рафияха тоже захватили, в ответ на то, что было выпущено несколько ракет по Керен Шалом, по переходу Керен Шалом, в результате чего наши солдаты погибли, и часть была тяжело раненых. Надо отметить, что сразу же, после начала продолжение операции и продолжение, естественно, операции нормальной войны в, Газе, в, в, в Рафиях, и после несколько месяцев планирования, как же так называемых, в кавычках, мирных жителей увести в какие-то безопасные зоны, естественно, Израиль предпринимает просто какие-то неимоверные силы для того, чтобы под давлением, естественно, мирового сообщества, чтобы э, так называемые мирные жители не пострадали. Более 100 тысяч человек сразу после того, как были раскиданы, раскиданы листовки о том, что начинается операция, покинули Рафия в сторону, естественно, Египта. Некоторые даже попытались предпринять попытку пересечь египетскую границу. Естественно, с их стороны встретила египетская армия. И они на корню не хотят впускать своих же жителей, потому что в Газе живет очень много как раз-таки этнических египтян того или иного разлива этических арабов, которые намного ближе к Газе, чем э, к э, Египту, чем к нам, э, чем к нашим арабам. Но э, мы видим, что с момента начала операции Хамас очень быстро задвигался, буквально в какие-то считанные часы, после нескольких недель э, затягивания, перерывов, пере, пересматривания э, предложения Израиля, естественно, ответных своих предложений по возвращению плены. Сразу сказал, что мы согласны. Сразу согласились. Почему? Потому что более 5000 человек, боевиков, террористов, поменьше, по по, 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 меньше, по нашей меркам более 5000 боевиков на данный момент в Рафияхе. Последний оплот Хамаса, в том числе где-то там в туннелях Синуар сидит. Так как только дошло, как говорится, запахло горелом, они быстро согласились на сделку, но... Какую сделку? На сделку на своих условиях. То есть полное, полное прекращение огня, остановка войны и, соответственно, сохранение политической, естественно, просто жизни хамасовских террористов. Естественно, Израиль не ответил на это ничем, кроме как продолжение операций. Буквально на следующий день, в какой-то момент, когда Хамас осознал, что только какие-то точечные операции проходят, и Израиль пока что оставляет за собой право уничтожения, то есть слетела с их головы э, опасность жизни. Как только это произошло, сразу они поменяли опять в неочередной раз условия, сразу поменялась их риторика. Надо отметить, что на этой неделе господин Олеви, э, представитель партии ЛИКУД, заявил, что не нужно забывать о том, что Хамас это в первую очередь религиозная организация. А как мы знаем, в исламе они не могут пойти на, ни на какие уступки врага, только если у них, говорится, меч только над головой, не знаю, буквально на грани смерти. Только тогда в исламе принято временные какие-то уступки, пойти на уступки врагу и, соответственно, поменять, уступить, что-то сделать. Как только мы видим, что снялось вот это вот меч над головой, то есть как только они увидят, что есть мировое сообщество, которое давит, как только они увидят, что Израиль не начал это серьезно как-то как того ожидали они, а мы тоже этого ожидаем, что полное уничтожение Хамаса будет сильной рукой, поднятой рукой, и без того, чтобы осматриваться направо и налево, и не, и не под давлением, хотя давление сумасшедшее. В США мы видим, это все приближается к выборам, и Байден в первую очередь рассматривает все с позиции интересов США, несмотря на то, что с какой-то позиции он интересно, интересно относится к Израилю, может быть, даже симпатизирует может быть, не, не безразличен Казань, но с другой стороны, у него есть интересы Америки. Он понимает, что он хочет засадить туда бумазу, а потом в газу. И то, что Израиль сам сказал, что у нас и в израильских СМИ, естественно, это подогревается, нет пока что плана на будущее газы, э, дает понимание этим религиозным э, террористам, понимание, что еще наша песенка не спета, еще можно торговаться, еще можно набивать цену на своих условиях. Это культура ислама. Так вот, господин Олеви сказал, что не нужно забывать о том, что мы имеем дело с религиозными людьми. И только сильная атака, сильное давление, военное давление может ускорить процесс возвращения пленных. Только так, сильной рукой. Это, это многие говорили уже и в израильске. Но израильские СМИ, кстати, истерия. Буквально с первых часов начала, начала операции в Рафехе истерически кричали, призывали вплоть до того, что призывали и мировое сообщество остановить Израиль, чтобы вернули любой ценой. То есть мы видим пленных, мы видим, что то, что происходит сегодня, то какой нарратив ведет левый, левый в Израиле и левые за границей того или иного разлива. То есть уничтожение не только боевого духа, но уничтожение потенциала военного потенциала. То есть они сами себе стреляют в ноги. И это делают на самом деле абсолютно осознанно. И каждый день, каждый час, что это промедление, не идет серьезная атака на Хамас, каждую секунду буквально. Это подвергает опасности жизни оставшихся в живых, сколько их там непонятно, пленных, когда счет на десятки, потому что уже часть, мы каждый раз видим, часть уже погибла, Часть убили, часть узнают, что погибло 7 октября. Понимаем, что время, оно идет, отчет говорится, на, на часы. Но если мы не предпринем и, и в первую очередь не осознаем, то есть это касается не только политической или военной, это в первую очередь каждого еврея касается, если мы не понимаем, что Газа ⁇ это часть земли Израиля, что это наша земля, и на севере в Ливане тоже сейчас, тоже есть огромный кусок нашей земли. Если мы не понимаем, что только на религиозном уровне можно разговаривать с Хамасом и с другими террористами, ислами, исламистами или верующими в ислам, только на религиозном уровне. А на религиозном уровне ответ наш простой. Земля Израиля дана Всевышним. Всевышним дана еврейскому, еврейскому народу. И тысячи лет это наша земля. И она особая, она имеет особое значение для нашего народа, так же как Тора, так же как земля Израиля, так же как наш народ. И, соответственно, если у них есть претензии к нам, что мы якобы оккупанты, хотя оккупанты они, то они могут со своими претензиями обратиться к, напрямую ко Всевышнему и не, не обвинять нас ни в чем. Только на таком уровне, на таком разговоре можно в первую очередь и продвинуться с точки зрения военной. И мы видим сейчас боевой дух в, в, в армии, мы видим, сколько религиозных евреев в армии, насколько готовы отдавать отдаваться полностью ради своего народа, ради своей страны, ради достижения цели. И с другой стороны, мы видим, как враг, враг нас учит. В неочередной раз Хамас нас учит, что с ними можно разговаривать только на религиозном уровне. И только силой. А у нас есть серьезный закон, правильный закон. Тот, кто встал нас убивать, должен быть уничтожен на корню. И это наш посыл. Как, как нашим врагам, так и союзникам, которые до сих пор якобы на нашей стороне, и делать все, чтобы, с другой стороны, завязать руки, не поставить вовремя оружие э, Израилю, урезы как-то поставки все это может быть только на, на таком уровне, на уровне религиозном. И до сих пор, если в Израиле мы не понимаем, каждый из нас не понимает, что война идет за нашу страну. То есть война идет за добро или за зло. Как мы, каждый выбирает свою сторону, то не о чем говорить. То и война будет такая. Э, шаг вперед два назад, потом два шага вперед, один назад, несерьезно. И пожелаем нашим бойцам успехов, чтобы они достигли всех целей, чтобы господин Итанягу выдержал э эту, это испытание. Это испытание серьезное, давление мирового сообщества. И он фактически один против всего мира. И, соответственно, наш народ, как обычно это бывает, один против всего мира, против под давлением, под давлением, как говорится, в костюмах, под давлением с оружием. То есть нужно пожелать успехов и нашим солдатам, и мужества, нашим политикам. И каждый из нас может сделать что-то. А именно каждый из нас имеет возможность направлять свои молитвы и иметь в виду каждый раз, что мы сейчас ведем священную войну. Войну за нашу страну, за наше будущее, за наших детей. С другой стороны, изучать больше Торы. И Тора мы знаем рассеивает тьму. Это свет, который рассеивает тьму меньше будет сил у наших врагов, меньше доводов у наших якобы союзников нам помешать. И, естественно, добрые дела. Добрые дела тоже они спасают от, от смерти, сдака спасают от смерти. То есть нужно вкладываться сейчас каждому, как в тылу, так и нашим солдатам, так и на политическом уровне, на мировом уровне. Каждый на своем месте. А евреи, которые сегодня живут в США, которые видят, что происходит в кампусах евреи, которые живут в Европе, которые видят, что происходит на улицах Лондона, Парижа, Марсели, в, в, в Германии, пони, должны по, понять, осознать и статистика, которая вот буквально на этой неделе вышла, понять, что на сотни процентов вырос антисемитизм, и антисемитизм вот-вот достигнет уровня 1933 года, 1938 года. То есть мы должны понимать, что Выбор за нами, что еврей должен жить только в земле Израиля, осознанно здесь жить, делать максимум в том месте, где он находится. Если в армии, то в армии, если на гражданке, то на гражданке, как, как то следует. В колелях, значит, в колелях, в ешивах, значит, в ешивах. На работе, значит, на работе, то есть быть достойным евреем. И этого хочу пожелать всем нам, и каждому, каждому из нас. И только успехов, кажется, в своей поприще. И не отчаиваться, не унывать, потому что с нами Всевышний мы боремся, и это может быть звучит громко, но мы боремся за, за Всевышнего. Мы поднялись, мы вернулись сюда спустя тысячелетия с вернулись сюда навсегда. Это очень важно понимать, знать и не бояться, и помнить об этом. И это придает смысл жизни, придает сил, придает возможности двигаться и каждый день двигаться вперед, и только вперед. Полный детальный обзор трех этих новостей можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, другим видео с друзьями. И с Божьей помощью будем свидетелями больших чудес. Нашей прекрасной цветущей стране и в мире в частности. Если вы интересуетесь новостями Израиля, вам нравится наш проект Хелик, у вас есть какие-то идеи, пожелания, комментарии, оставляйте под этим видео. Хотите стать спонсором нашего канала, складочка спонсорства, другие реквизиты в описании. Подписывайтесь на наш новый телеграм-канал. Хелик Новости Израиля. Будьте здоровы, берегите себя и близких, и до скорых встреч.